попробуем. Я спою, я его посмеялись. Да? Поехали. Он был не нужен на фронтах и на гражданке не сгодился. Гулял по пляжам в Нью-Гордах и там с акулой подружился. Она игриво улыбалась во все свои 300 зубов, и солнце ласково смеялось, и с ней поплавать он готов. Когда заплыли за буйки, он счастлив был, как западенские быки, и телефон достал, чтоб в инсту сделать вброс. И тут акула задала вопрос: чем занимаешься? Художник, говоришь, на Фейсбук потрачишь или так дрочишь? А впрочем, знаешь, это все равно. Для нас вы, русские, единое кино. Что говоришь, не хочешь воевать? Выходит, на своих тебе плевать? Какой печальный русский пилигрим! Скажи мне, мальчик, чей же Крым? А помнишь, как в 15-м году ты с папкой там катался на плоту, глазел на девок и барабульку жрал, платил рублями и в целом не жужжал? И вот, когда пришла беда, ты Ебачевского дал в теплые места, надеясь отсидеться у бунгало, не выходя из пьяного угара. Молчишь, как рыба, стыдно за страну, кровавую имперскую войну, взятый Артемовск бурятским авангардом. Тебе же, тварь, не жалко леопардов? На этом был окончен диалог. Сомкнул челюсть, папа, закричал сынок. Но рядом не было отца. Все включено, не отошел слегонца. Предателей не любят русофилы, предателей не любят их хохлы. И только операторы путевок зовут их на акулие перы.